Двойник Кайли Дженнер Келси Каллимин тоже лучшая подруга Стейси Бэйби. Для фанатов Кайли Дженнер она единственная и неповторимая. Но вы будете очень удивлены, насколько много есть других девушек, как две капли воды, похожих на нее. Одна из них – Келси Каллимин. И внешнее сходство – это не единственное, что объединяет ее с Кайли. Обе они – лучшие подруги Анастасии Караникуалу, более известной в Инстаграм под ником Стейси Бэйби. В Инстаграме у нее более 5 400 000 подписчиков. Келси и Стаси – не только подруги, но и коллеги по рекламным публикациям в Инстаграме. Забавный факт, но обе девушки также были замечены в компании бывшей лучшей подруги Кайли Дженнер Джордин Вудс. Во времена до всем известного скандала Джордин Вудс и Стаси работали моделями у бренда Хлои Кардашьян Good American. Несмотря на весь скандал вокруг Джордин Вудс и семейства Кардашьян-Дженнер, Стаси все равно продолжает общаться и появляться на публике с Джордин Вудс. И это вдвойне странно, так как, судя по всему, в данный момент времени Стаси является лучшей подругой Кайли Дженнер. На сайте Good American о Стаси говорится как о блондинке, лучшей подруге Кайли Дженнер. Кайли и Стаси познакомились друг с другом 9 лет назад. Какое-то время Кайли и Стаси даже жили вместе. И у них одинаковые татуировки – Сторми, имя дочки Кайли, на руках. Келси Каллимин – это очень популярная инстаграм-модель. У ее аккаунта в инстаграме почти 2,5 миллиона подписчиков. Но как ей удалось стать настолько популярной в столь короткие сроки? Конечно же, во многом благодаря совместным фотографиям с еще более популярной Стаси, но и не только. Звезду сериала «Большая маленькая ложь» Люси Хейл по внешнему сходству часто сравнивают с Селеной Гомес и Милой Кунис. В последнее время ее также часто стали сравнивать и с Кайли Дженнер. В общем, она похожа на многих звезд. Однажды с ней произошла забавная ситуация. В своем твиттере она опубликовала фотографию Келси Каллимин, не веря своим глазам в то, что это другой человек. Настолько она была похожа на нее. При этом она и понятия не имела, кто такая Келси Каллимин. Фанаты сразу же стали ей писать, кто же такая Келси. Они отмечали, что Келси выглядит как нечто среднее между Люси и Кайли Дженнер. Другими словами, все они очень похожи, но злые языки и саму Люси прозвали дешевой Walmart-версией Кайли Дженнер. Но вернемся к Келси. Некоторые также считают ее чем-то средним между Кайли Дженнер и ее сестрой Кендалл Дженнер. На момент публикации Люси, Келси в принципе была уже вполне популярной инстаграмершей. У нее было 300 тысяч подписчиков, но в итоге вся эта шумиха привела к тому, что буквально за неделю у нее уже было почти 900 тысяч подписчиков. Напомним, что сейчас у нее почти 2,5 миллиона подписчиков. С таким большим количеством подписчиков она зарабатывает большие деньги на различных рекламных публикациях. Несмотря на свою популярность, о ее личной жизни известно не так уж и много. Да, она не стесняется публиковать многочисленные фото в бикини, но тема личной жизни для нее табу. О своих романах с мужчинами Келси предпочитает умалчивать. Хотя известно о двух парнях, с которыми Келси могла встречаться в прошлом. Один из них – Ашер Браун, второй – Райланд Линч. С последним, по слухам, она встречалась около года. Райланд Линч – американский диджей и неофициальный продюсер поп-рок-группы R5, в которой играют его родные братья и сестра, а также Эллингтон Рэтлиф. Также Келси говорила о том, что была влюблена в видеоблогера Дэвида Добрика, но, скорее всего, просто играла на камеру и шутила. Интересно, что в своем инстаграме Келси рекламирует те же самые продукты, что и Кайли, в том числе витамины для волос Sugar Bee Hair. По неофициальным подсчетам, общее состояние Келси оценивается в 300 тысяч долларов. Не так уж и плохо для девочки, которая родилась в 1999 году. Ее карьера только начинается. Но действительно ли Келси пытается копировать Кайли, или их невероятное сходство – это просто совпадение? Все-таки у них не только схожая внешность и стиль в одежде. Стоит Кайли покрасить волосы в какой-нибудь цвет, как Келси красит свои волосы в такой же. Да что уж там, Келси часто повторяет на своих селфи положение руки на щеке, чем всегда славилась Кайли. Но не спешите обвинять Келси в воровстве чужого стиля. Сама Кайли известна тем, что черпает вдохновение в стиле других звезд. Да и не только просто звезд, но и своих бывших подруг. Многое в своем стиле она брала и у Джордин Вудс. В конце концов, если ты влиятельная инстаграм-инфлюенсерша, это не значит, что на тебя не влияют другие. Когда инстаграмерша Аманда Энн обвинила Кайли Дженнер в копировании одной из своих фотографий, та ответила ей, что на этот образ ее вдохновила совсем другая фотография с Pinterest. В любом случае, будет очень забавно увидеть Кайли Дженнер в компании со Стаси и Келси. Это очень даже вероятно, так как Стаси и Келси – близкие подруги.
Не так давно они вместе отдыхали на греческом острове Миконос. Из-за своей дружбы со Стасик, которая известна обращениями к пластической хирургии, многие считают, что и красота Келси не обошлась без услуг пластического хирурга. Стоит отметить, что любая знаменитость сталкивается со слухами о пластической хирургии, а уж тем более привлекательные женщины. Кайли могла отрицать инъекции в свои губы, но Стаси всегда открыто поддерживала пластическую хирургию. Сама она прошла через нож пластического хирурга ради более красивой симметричности ее груди, чего и не отрицает. Учитывая невероятную схожесть Келси и Кайли, многие задумываются о том, не обращалась ли Келси к пластической хирургии. Ее дружба со Стаси дает множество подтверждающих это предположение поводов. Сама Келси в своем инстаграме призналась, что у нее не настоящие губы и то, что делает инъекции ботокса еще с 19 лет. Также мы точно знаем, что в возрасте 14 лет у Келси были проблемы с зубами, и ей приходилось носить брекеты, но теперь у нее просто изумительная улыбка. Но Стаси далеко не единственная подруга знаменитость Келси. Например, она также дружит с Мэдисон Бир. Как они познакомились? Конечно же, благодаря Инстаграму. По словам Мэдисон, дело было так. Келси нашла фотографию Мэдисон в Тамблер и опубликовала ее в своем Инстаграме с подписью «Как зовут эту красотку». Подписчики сообщили ей, что это Мэдисон Бир, и Келси сразу же отметила ее на этом фото. В итоге девушки начали переписку в Директе. Дело дошло даже до сообщений вроде «Пожалуйста, давай поженимся». Позже девушки встретились живьем на одной из барахолок и с тех пор по-настоящему дружат. Мэдисон призналась, что в Лос-Анджелесе очень тяжело найти настоящих друзей, и она безумно рада своему знакомству с Келси. Она считает ее одной из своих лучших подруг наравне с Сахар Луна. Кстати, внешне Келси и Сахар Луна тоже очень похожи. Кроме шуток, неужели у всех популярных инстаграмерш одно и то же лицо? Как бы то ни было, перейдем к главному вопросу этого видео. Каковы же отношения между Келси и Кайли Дженнер? Что произойдет, если эти два фактически близнеца встретятся в одно время в одном месте? Учитывая большое количество общих друзей и знакомых, мы просто не можем поверить, что они, Келси и Кайли, не знакомы друг с другом лично. Но факт остается фактом. Пока что мы не видели ни одной совместной фотографии. Но а раз такой фотографии нет, значит этого и не было. Для звезд Инстаграма это действительно актуальное утверждение. Мэдисон Бир и Кайли также хорошо знакомы друг с другом и даже сотрудничали по вопросу средств для макияжа. А чего стоило появление Мэдисон на вечеринке Кайли в изумительном розовом платье? Мэдисон также признавалась, что ей очень нравится продукция Kylie Cosmetics. В любом случае, исходя из всего вышесказанного, мы абсолютно уверены, что Кайли как минимум известна о существовании Келси. Почему же они, учитывая большое количество общих друзей и знакомых, не появляются на совместных фото? Это уже другой вопрос. В любом случае, вместе или отдельно, они не перестанут и дальше публиковать многочисленные фото себя в своих инстаграмах. А что думаете вы о Келси Каллимин? Согласны ли вы с тем, что она, как две капли воды, похожа на Кайли Дженнер? Напишите об этом в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч!